Челябинец устроил ДТП в Тюмени. Правда, протаранил легковушку не житель столицы Южного Урала, а автокран с одноименным названием. Видеорегистратор зафиксировал, как многотонная машина неожиданно вылетает и врезается в стоящий ВАЗ 99-й модели. Водитель за рулем спецтехники протащил легковушку несколько метров. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. А в Увельском районе при столкновении двух автомобилей погиб один человек. На трассе в лобовую сошлись «семерка» и «копейка». 22-летний пассажир ВАЗа 2101 скончался по дороге в больницу.